Трасса на Нижний Новгород станет лучше. Губернатор Павел Коньков в ходе инспекционного рейда лично проверил, как идет ремонт дороги регионального значения Ростов-Иваново-Нижний Новгород. Участок проходит через село Китово Шуйского района. Изношенность дороги здесь составляла более 60%. Но он не капитальный. Капитальный ремонт идет с изменением основания. Здесь основание не меняется, остается старое. Просто сняли фрезой существующее, слой износа, выравнивающий слой положили 3 сантиметра и 5 сантиметров верхний слой износа. Сейчас рабочие завершают укладку верхнего слоя асфальта. Впереди установка новых дорожных знаков, укладка бордюрного камня, благоустройство остановочных карманов. Местные жители изменениям рады. Нам вдвойне повезло. Кроме такой шикарной огромной дороги, толстой, с покрытием, я думаю, что она прослужит нам долго, у нас еще и освещение здесь прекрасное. Теперь мы ходим без опаски, теперь ходим и днем, и ночью, и не боимся выхода кого-нибудь из укромных мест. Так что спасибо большое. Ну, это ваша, на самом деле, тоже заслуга, потому что мы сейчас работаем с интерактивной картой, и в зависимости от количества жалоб по тем или иным участкам корректируем тоже свою работу. Ремонт этого участка завершат в июне. Жители села Китово будут настаивать на том, чтобы вдоль трассы появились тротуары и пешеходные дорожки. Подобные работы здесь смогут провести только через год или два. Следующая точка инспекционной поездки – Шуйская окружная. Сейчас здесь снят верхний слой асфальта. Дорога готова к преображению. В целом около больше 500 миллионов рублей на эти виды работ предусмотрено в нашем бюджете. Эта дорога нас особенно волнует, это самая длинная межрегиональная трасса, которая идет на Нижний Новгород, и, конечно, ее надо привести в порядок. По этой трассе ездит много большегрузного транспорта. Общая протяженность ремонтируемых участков более 1,5 километра. Завершить основные работы здесь планируют уже в июле. Эти работы были плановые, они были определены в прошлом году. И хочу сказать, что мы, конечно, безусловно, смотрим на интерактивную карту. Мы осмотрим на осмотр наших дорог, которые проходят ежегодно весной, и вносим коррективы в наши планы дорожных работ. Поэтому я хочу сказать, что все вот замечания и все пожелания населения мы, конечно, учитываем, но при том финансировании, которое у нас на сегодня, на текущий год есть. Помимо этих участков планируют проверить и при необходимости отремонтировать въезды в Шую, а также Тейковскую и Ильинскую трассы. А на следующей неделе глава региона проверит, как ведутся ремонтные работы дорог в областном центре. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.